так что, если что, это Минск. Она, ну да, она бэушная, я понимаю. Друзья, как я уже говорил, каждый фарфор может превратиться в абсолютно новую вещичку. Только надо иметь руки и моющее средство. Смотрите, здесь не запачкаете, когда будете натирать. Мало и краску стянете, а так она вся в идеальном состоянии. Это же гуси-лебеди. Или утки. Утки, скорее всего, дикие. Но она интересная. Она одна, ее можно использовать куда угодно. Сунуть куда и где захотите. 23,5 сантиметра. Но я так полагаю, она же по кругу. Значит, в диаметре и тут, и там будет 23. Поэтому эта тарелочка вам, она эксклюзивная. И я вам ее могу предложить всего лишь за 5 рублей. Поняли? Минский фарфоровый завод. С1, 0,3 рубля, 50 копеек. Что это значит? Думайте сами, я откуда знаю, что может это значить. Далее. Такая вот поделка. Многие...